Всем привет, всем доброе утро, всех рада приветствовать на этом канале. Меня зовут Ольга, вот такая вот ненакрашенная я к вам вышла в эфир, потому что, вернее, снимаю ролик, начинаю, так сказать, этот ролик, потому что сейчас сижу в данный момент, завтракаю, вот мой бутер лежит. Кстати, по поводу бутера, что хочу вам показать, цельнозерновой хлебушек. Там авокадо и расплавленный сырок. Вот такие горячие бутерброды иногда себе балую, делаю, вкусняшки. Мне очень нравится. И пью ромашковый чай. Черный чай я вообще не пью, иногда цикорий. Ну и в основном вода, соответственно. Итак, что же все же произошло? Значит, сижу, завтракаю, и звонок, курьер. Я заказала на сайте Sephora одну себе позицию. Вот такая вот посылочка пришла небольшая, Sephora. Вот так вот они упаковывают. Sephora, кажется, я первый раз заказываю. Что же там такое? Значит, это подарок от моего мужа. Был праздник, День матери, и, значит, он решил мне сделать какой-то маленький там презент. Я попросила его эту позицию с сайта Sephora, и там лежит кисточка. Я еще не скрывала, хочу вместе с вами вскрыть, посмотреть, первое впечатление, эмоции и все остальное. Я эту кисточку давно хотела, так как у меня есть вот такая вот палетка от Kat Von D. Вообще мне очень нравится эта марка. Посмотрите, какая красота, да? Вот, и я почему говорю так немножко тихо, потому что здесь акустика, то, что это не до конца еще ремонт сделали, мебели здесь нету, я на кухне, и потому что у меня там сын дистанционно учится, да, еще уроки идут, вот, в такой вот палетке контурника, у меня палетка кремовая, не сухая, а кремовая, я вам показывала, так как вам лучше показать сейчас. К этой палетке я, хотела вот эту кисточку. Но она, как бы, такая цена достаточно большая. Вот такая вот палетка, вот я ей вовсю пользуюсь. Да, вот такая вот, да, кремовая. И достаточно цена такая большая на кисточку. Вот, и я думаю, может, когда-нибудь будет скидка, и я, куплю ее. И тут я недавно зашла, я смотрю ряд блогеров, очень много смотрю американцев на YouTube. И я зашла, и увидела, как визажисты работают этой кисточкой, то, что она очень удобная, то, что там для контуринга, не только вот от Kat Von D. И мне прям еще раз захотелось, думаю, да, посмотрю, сколько она стоит на Sephora, и открыла на ее скидку. И вот я попросила у мужа, он мне спросил, я сказала, я хочу вот эту кисточку. Он такой, все? Я говорю, все. И, я заказала позавчера, и вот сегодня мне сейчас доставили, открываем вместе. Беру ножик. Первое впечатление. Я знаю, как она выглядит, но все равно, да? То есть, когда ты только-только открываешь вместе. Так, еще правильно это все открыть. Все, я поняла, как это все делается. Запаковали, знаете, да? И ножом не откроешь. Очень все будет париться. У меня там еще одна посылка идет. Сколько бьюти. Тоже вместе с вами потом покрою, когда она придет. Боже, ничего и заклеили. Нифига себе. Все. Вот так, что ли, да? Вот так должно быть. Здесь вот смотрится Sephora, то есть их не всякие вот эти штучки. Полосатики, да, смотрите. Уберу сторону, а то сейчас еще прольешь. Значит, бумага здесь такая, чтобы у нас ничего не было. Вот так вот упаковано. Что, подарочков нету?
Да, я ее, кстати, когда... А, есть, подарочки даже есть. Я когда ее пришла, я ее все продезинфицировала. Так, ну сейчас все расскажу, покажу, что я неправильно помню, с той стороны. Так, значит, вот пустая коробочка, видите, какую коробочку ложит. Так, ну здесь все понятно. Значит, давайте с подарочков начнем. Первое, то, что мне положили, это пробники от... Ну, у меня есть такое, кажется. Да, 22-й у меня даже есть. Тональное средство. Пробники вот такие вот от марки самой Sephora. Тональный крем длительного действия, 10 часов. Ну, при помощи их не кисточки, тоже хорошо наносится, там тыры-тыры, растопыра. Здесь у меня в оттенках Claire Light 22, это, кстати, натурал, это, кстати, мой оттенок, который мне подходит. И второй Medium, да, 31, темный будет. Вот такие вот, значит, пробники положили. И также пробники положили, вот то, что я тоже хотела попробовать, это консилеры. Да, интересно мне было попробовать. Я, кстати, в пробниках вот до сих пор пользуюсь тушью. Мне очень нравится тушь, прям рекомендую. И не осыпается, не отпечатывается, не комочками. Прям веером так вот делает хорошо прям эти реснички. Замечательно просто. Я прям полноразмерку обязательно куплю. Может быть, скидки будут, может, еще что-то. Ну, короче, обязательно. Ну, классно. И вот консилеры тоже надо попробовать. Вот такие вот, короче, консилеры идут. А, консилер-крем. Да, такая вот такие вот эти. Вот здесь все, здесь как написано, консилер кремовый для одноразового использования. Здесь три, короче, идет, четыре, вернее, идут оттенка. Мне кажется, вот этот мой натурал. Light 11, это Warm, Medium, здесь вообще все. Здесь кто-то кажет, кстати, американцы, консилер используют даже для кремового контурника. Что фишка, можно воспользоваться. Вот все, ой, все это упаковано. У меня аж горло пересохло. Выпила чилочка. Упаковано. Раскрываю, там как будто там миллион. Это у меня эта форчика открыта. И ветер балуется. Немножко открою. Так, смотрите. У меня кисточка для контуринга номер 5. Вот так вот она упакована. Вот такая вот красотка. Номер 5. Да. Значит, открываем. Здесь еще упаковано. Уже там нет. И вот такая вот кисточка. Она небольшая, но вот как раз мне не хватает вот этого такой кисточки маленькой, чтобы действительно четко делать контуринг. И вот так вот. Так, что посмотрим. Заостренный уголочек. Ничего не шевелится. Все плотненько. Ну, я не могу сказать, что она сильно плотно набита. Все равно есть такие вот прогалы здесь. Ну, я надеюсь, что не будет ничего с ней. Так она очень мягкая. Вот видите, почему я хотела? Она вот четко вот так вот должна проходить. Вообще некоторые вот так вот делают. Но это неправильно. Вот так вот. И уже потом ты растушевываешь кверху. Там по краевой. То есть все это делаешь вот здесь вот. И поэтому как бы мне это очень как бы... Ну, хотелось, потому что и набирает, я думаю, что тоже она немного. Вот такая вот, значит, кисточка.
очень классная. Вот. Но здесь нет, она не деофибра, она так вот пострижена, очень скошена красиво, специально таким вот уголком скошена, чтобы можно было четко линию, и вот как раз вот это вот сама по себе, здесь написано номер 5, Катванди, Катванди, да. И можно было бы четко линии, то есть вот это все, чтобы не было вот чересчур, тем более кремовые. Так что у меня теперь есть такая вот парочка специально для контуринга, кисточка. Я очень рада, очень здорово. Будет просто удобно и комфортно. Вообще, я вам что могу сказать? Вот, честно, я пришла к такому выводу, и что когда вот я проработала 20 лет мастером, ну, в простонародье парикмахером, да, и когда у тебя классный инструмент, когда у тебя не кусают ножницы, не цепляются концы, не цепляется расческа, когда вот это действительно классный инструмент профессиональный, работать в удовольствие, работать с кайфом, работать просто, оно, ножницы просто вот идут там, слайсинг, красиво, все. Это здорово, это вообще. Даже когда, допустим, ты готовишь пищу, у тебя классная сковородка, не пригорает, ага, классные, допустим, там лопатки. Вот я купила в Окей набор. Удивительно классные. Это вообще там стоит 300 с чем-то рублей. Классный набор. Я уже и что только не приготовила, и все удобно, и мне просто за радость. То же самое, когда делаешь макияж. Я пришла к такому выводу. Я сейчас потихонечку буду свой макияж обустраивать таким способом, что больше люксовых продукций. Во-первых, надолго хватает. Дольше. Во-вторых, качество лучше, расход, я уже сказала, меньше. В-третьих, все равно вот этот вот лакшери, понимаете, люксовость, вот это вот вида по макияжу, удобнее работать, что вот кисточки, да, у меня кисточки практически все Зоева, вот, ну, то, что, допустим, какими-то позициями удобно работать, то есть, да. И вот от этого ты кайфуешь, и тебе хочется наносить макияж, готовить кушать, идти на работу и так далее, и так далее. Я к тому говорю, что да, это может быть дорого стоит, но все равно можно поймать скидочку, все равно можно это подкопить, все равно можно попросить как подарок, ну и так далее, понимаете? Поэтому, короче, как накрашусь, обязательно выйду к вам и, ну, запишу обязательно, покажу, как это все результат, как это все сделается. И также я жду еще вторую посылочку. В этом видео обязательно вам покажу первое впечатление, как и что. Там будут одна тоже позиция, румяшки. От какой марки не скажу, в секрете. Так что я накрасилась, испытала кисточку. Очень мне понравилось, очень вам рекомендую. Можете сами посмотреть, как получилось. Очень здорово. Удобно делать контуринг, и даже не чувствуешь кремовая текстура, либо сухая. Мне очень понравилось, просто здорово. Так вот у меня все получилось. Да, сейчас у нас другая посылочка. Пришел курьер, принесли посылку. Значит, посылка шла из Великобритании. И, значит... МС, значит, МС шла где-то порядком 10 дней, ну, конечно, здесь по Москве, как всегда, Почта России дала себе знать, покружила, повьюжила и все такое, ну, короче, не будем о плохом, будем о хорошем, чтобы получить приятное впечатление, потому что я очень ждала эту посылку, и я надеюсь, что это будет прям для меня фаворитом. То, что я заказала. Здесь одна позиция. Вот такая вот посылка приходит из интернет-магазина Cult Beauty. Первый раз там заказываю, так что давайте вместе открывать. Значит, простая приходит вот такая вот коробочка. Да, здесь вот так вот открывается. Здорово, смотрите.
Классно. Вот так вот открываешь, Cool Beauty, все написано, все упаковано. Сейчас все покажу. Там, кстати, классно все оформляется, там хорошо карта оплачивается. У меня вышло, там учитывается, кстати, налог. Очень это здорово, потому что мы не являемся гражданином той страны, это Англия, да? И плюс еще у меня была бесплатная доставка, потому что первым покупателям у них такая акция, бесплатная доставка, так что пользуйтесь моментом. Так, значит, здесь бумажка, то, что приходит одна позиция, мне обошлось 25 их единиц, это центы, наверное. Нет, это что-то такая другая. Но это не доллары. Так, окей. Значит, дальше вот здесь вот все упаковано. Будем сейчас скрывать. Упаковано. Так. И все. Никаких ни пробников, ни подарочков. Ничего нет. Просто положили вот такую черную бумагу побольше. Пусто, чтобы ничего не пропустило. Но я очень сильно хотела этот заказ, очень хотела эту позицию попробовать и начать знакомство именно с этой маркой, именно из этой позиции. Итак, это Charlotte Tilbury. Да, это первое мое знакомство, первое впечатление. Сейчас все расскажу и попробуем вместе с вами. Я сегодня красилась и не нанесла один элемент. Это румяна. Да, это румяшки. Много смотрела отзывов, очень хорошие отзывы, и хотела сама попробовать, насколько как бы это все будет мое впечатление. Не скрывала сама одна, не попробовала, не протестировала. Все в первый раз вместе с вами. Итак, Charlotte Tilbury. Здесь 8 грамм. Такая вот упаковочка. Вскрываем упаковку. И вот они сами румяшки. Ну, это пластмасса, соответственно. Так. Угу. И вот такие вот у нас идут. Есть зеркало. Вот такое вот. И вот такие вот у нас идут румяна. Посмотрите, какие красота, нежность. Сейчас мы сами их попробуем, как они будут выглядеть. Значит, смотрите, здесь идет, они как бы идут двухцветные. Вот это вот идет шиммер, как я понимаю, а в серединке матовый. Сама Charlotte, она рекомендует сначала наносить вот этот вот цвет круговой на всю щечку, а потом в центре щеки ставить акцент именно то, что в серединке матовый. Либо можно все вместе смешивать, без разницы. Ну, мы сейчас с вами попробуем. Сама упаковка достаточно хорошая. Не знаю, все говорили, что она там какая-то хлюпенькая, не очень-то хорошая. Не знаю, мне понравилось, глянцевая, приятно держать в руках, очень такая люксовая, чувствуется люкс. Здоровски, хорошее зеркало, видно все, что есть. Так, значит, давайте сделаем свотч. Угу. Ну, такой вот нежно-нежно-персиковый, очень нежно-персиковый. И серединка, она такая достаточно розовенькая. Ну, они друг от друга не сильно отличаются. Такие вот свотчи, очень нежные. Я не хотела яркие, как Марфушенька, Тушенька. Я хотела именно нежные, и чтобы они, как бы сказать, это... чтобы был эффект такой, вот именно шиммерности, вот это вот подсвечивание.
Давайте нанесем кисточкой. Я здесь подготовила две кисточки. Одна вот такая вот кисточка Real Technique, а другая вот такая вот у меня Duo Fibre Zoeva. Немножко не грязная, я красилась. Какое лучше нанести, я даже не знаю. То есть это... Давайте попробуем, наверное, и то, и другой. Я буду все вместе смешивать. Duo Fibre, конечно, пылят. Есть такая пыльность. Такие приятные, очень такой легкий подсвечивающий эффект, и давайте еще вот это попробуем. Ну да, вот эта кисточка будет плотнее, но она специально такая для пудры, для румян. Здесь у меня зеркало стоит. Здесь, мне кажется, с этой стороны лучше. Вам как нравится? Мне кажется, что с этой прям классно, да? Сейчас я их соединю. Ну, могу сказать, что прессованность не сильная. Думаю, что расход будет такой. Но посмотрим в практике, потом скажу. Да. Ну, вот эффект румян. То, что нам не хватало. Мне очень нравится. То есть они не яркие, а такие достаточно красивые. Сегодня я красилась тенями Кэт Ван Ди. Контурю Кэт Ван Ди. Так что вот у меня такой вот сегодня мейкап. Сейчас я собираюсь еще за одним подарочком. Обязательно вам расскажу и поделюсь с вами. Тоже одна позиция, которую тоже очень хотела. У меня все по одной позиции. Да, настало такое время. Ну вот еще раз могу показать вам. Они такие достаточно очень мягкие. Очень мягкий, потому что даже вот этим ворсом немножко наклёцкало там. Вот такие вот румяна. Очень здоровские. Они хорошо освежают. Мне так кажется. И гармонично вообще к моим глазам. И к любому макияжу. Так что могу вам советовать. Посмотрю, как при носке, насколько они стойкие. Ну, я думаю, что... Сюда вот даже можно нанести. Я думаю, что они стойкие. Но отзывы хорошие. Но то, что вот я хотела получить, я как бы это... Да, эффект классный. Я хотела именно такие, вот знаете, персиковые румяна, но не матовые. Так что здорово. Как вам? Пишите в комментариях, понравились вам или нет, что вы об этом думаете. Итак, следующее, что я еще хотела вам показать, мои покупочки, вернее, подарочки. Эта покупка была заказана из Америки на пару с моей знакомой. Там было в наборе три позиции, а две позиции, значит, она забрала, а вторую, третью позицию мне досталась, и я ее как бы хотела очень попробовать познакомиться с этой маркой. Это марка Марк Джейкобс. Говорится о бронзере. Да, я заказала еще один бронзер. Мне очень сильно хотелось познакомиться с этой маркой и попробовать. Много наслышано отзывов хвалебных, что очень хорошее качество, и действительно так оно и есть. Вот находится вот в такой вот упаковке. Она была без коробки, потому что коробка была общая. Вот такая вот упаковка. Посмотрите, какая она большая, какая интересная. В черном цвете. У меня в 102 оттенке Тантрик называется.
Я знаю, что у них выходила недавно кокосовая линейка в белых упаковках, но, как всегда, в Россию мало что поступает, пришло ограниченное количество, все разобрали и, конечно же, не досталось. Очень везет американцам и европейцам, у них этого достаточно. Значит, вот марка Jacobs, здесь, значит, такой вот, такая вот кнопочка, открываем, большое зеркало, очень классное зеркало большое, вот такая вот, как это назвать, бумага, которая достаточно плотная, которая закрывает, ну, чтобы не испачкать зеркало, и защищает продукт. Вот такой вот продукт. Не знаю, камера насколько хорошо передаст вам цвет этого продукта. Замечательный продукт. И настолько он маслянистый, мягкий и очень пигментированный. Очень пигментированный. Давайте я вам покажу. Да, вот, смотрите. Сделаю свотч. Вот такой вот у нас свотч идет. Посмотрите, как передается, да? Но он не режет, он не уходит в красноту, он классно ложится на лице. А стойки я и вчера пробовала, и сегодня. Можно ложить его мягкой кистью, вот такой вот пушистый, да, будет ложиться вуалью. Кисточки у меня все в работе, ну, я имею в виду, пользуюсь ими. Вот такой вот кистью можно положить до фибра. Тоже классно будет. Или там Reality X-Nix. У меня вот такая вот кисточка. Сегодня вот я пользовалась вот этой кистью. Маковская старая моя кисть. Скошенная. Тоже классно ложится на лице. Сейчас у меня, вот посмотрите, на моем лице, на щечках. Классный цвет. Слово классно много раз буду говорить, потому что действительно это качество. Ну, конечно же, этот набор был заказан намного дешевле, чем у нас в России. Поэтому всегда можно выйти из положения, либо заказать из Америки, либо заказать там из Европы и где-то скопить, где-то найти скидку, то есть, ну, и всевозможное можно сделать. Ну, мне очень понравился, буду пользоваться, вам рекомендую. Это просто красота, красота, и мне хотелось познакомиться с этой маркой, я довольна. Конечно, хочется попробовать какие-то другие позиции, буду это делать. Сама упаковка просто шикарная, приятно держать в руках, прям люкс-люкс лакшери. Действительно, ты понимаешь, что стоящий продукт. И румяшки, которые я вам показывала от Charlotte Tilbury, я не сказала, у меня в оттенке экстази. Давайте я вам еще раз покажу. Вот такие вот румяшки. Я вот ими пользуюсь. Очень стойкие, очень классные. Мне так нравится, что супер просто. Вот еще раз оттеночек. Очень классный оттенок. Посмотрите, какие красивые. Тоже пигментированные. И как раз вместе с бронзером они хорошо сочетаются. Просто супер. Мне очень нравится, обязательно буду заказывать еще что-нибудь пробовать от этой марки, тоже упаковка прям люксовая, не знаю, кто-то говорил, что прям хлюпенько, но мне очень понравилась и упаковка, все здоровски сделано, чувствую, что это качество, и ради этого хочется, да, стоит платить деньги, но я стараюсь покупать сюда по акциях или там где-нибудь на скидках, либо из-за границы, вы понимаете, что у нас очень большая наценка наш в России. Ну, прекраснейший сейчас у меня находится на щечках и румяшки, и бронзер. Мне нравится этим пользоваться, вам советую. Я сейчас хочу переходить на... Пускай оно будет меньше по количеству, но будут очень качественные продукты, и это будет классно пользоваться, удовольствие и с желанием. Они качественные, стойкие и прекрасный. Также кисть, которую я вам показывала, у меня в номере 5, Kat Von D. Я даже не могла представить, что у Kat Von D такие могут быть хорошие кисти. Я вам советую. Я вот уже несколько дней пользуюсь. Во-первых, хороший скос, хорошо пострижено. Прям четко идет под скулы. И хорошо контуринг делает. Любые
любые продукты, сухие, кремовые, без разницы, не колется, не раздражает, классно наносится, классно тушуется, здоровские кисть. Мне хочется попробовать у них кисть, честно могу сказать, которая для консилера и, может быть, там для тональных средств. Ну вот, будут скидки, обязательно, может быть, пойдут в покупочки, в подарочки. Муж меня балует. И кисть хочу показать, которая шла в подарок с этим набором. Это кисть от марки Зоева. Не было у меня в такой кисти в наборе. Это кисть 129 для хайлайтера. Вот я им уже пользуюсь. Кстати, удобная очень штука. Удобная кисть, четко наносится хайлайтер, то есть как бы на скулы и как на вот эти вот косточки на носик. Достаточно хороший веерочек, да. Ну, как-то руки до него не доходили, но как раз вот он у меня попал ко мне в арсенал, а теперь у меня есть в наборе. В принципе, это все, что я вам хотела показать и рассказать. Такой влог бьюти. Надеюсь, что вам понравился. Кого заинтересовало, понравилось, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на канал. И, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. В следующее видео планирую пустые баночки бьюти косметические. Очень много там, потому что сейчас навожу порядок, перебираю, что-то отдаю, что-то выкидываю, что-то заканчивается. Хочу, чтобы у меня было очень хорошее, больше косметическое, чем нежели... Все-таки масс-маркет это не то, редко бывает, что, конечно, он прям классный, но все же хочется больше люкса. Поэтому всем всего хорошего, берегите друг друга, берегите себя, заботьтесь о своем здоровье, тем более сейчас в нынешнее положение, в нынешнее время. Всем терпения, обязательно скоро все закончится, будет все супер классно, поэтому не переживайте. Всем пока-пока, до новых встреч, до новых видео.